Об эпохе революции, гражданской войне и 20-х годах существует множество мифов. Одним из наиболее устойчивых информационных фантомов является история о пламенных революционерах – Троцком, Ленине и Свердлове, и о злодее Сталине, который якобы предал идеалы Ильича и устроил из страны концентрационный лагерь. Данный миф примечателен тем, что его поддерживают и коммунисты, и либералы, и западная общественность. А что же на самом деле произошло в ту страшную эпоху? Как власть попала в руки Сталина? И кто на самом деле больше палач и убийца? Выходец из Грузии или заезжий гость с Уолл-стрит? И почему вообще возник конфликт между Джугашвили и Бронштейном? 26 марта 1917 года Троцкий на пароходе «Кристиания Фьорд» покинул Нью-Йорк. Троцкий ехал в Россию, имея паспорт гражданина США, выданный ему по указанию президента Вудро Вильсона. Лев Давидович путешествовал вместе со своим покровителем Чарльзом Крейном, бывшим председателем финансового комитета Демократической партии США. Чарльз Крейн, друг и соратник Вудро Вильсона, видный финансист и политик, сыграл известную роль в Первой российской революции. Энтони Саттон, Уолл-стрит и большевистская революция. Помимо Льва Давидовича Троцкого, Чарльза Ричарда Крейна, из Америки в Россию был высажен целый десант будущих героев Октября и Гражданской войны. Это несколько сотен человек, получивших после большевистского переворота важные государственные посты. Урицкий, Володарский, Гольдштейн, Ларин, Лурье, Мельничанский, Залкинд, Иоффе, Чудновский, Гомберг, Ярчук, Боровский, Минкин-Менсон, Восков, Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Весь десант Троцкого, включая его самого, проживая в Америке, не бедствовал. При этом особенно не надрывался на работе. Все эти господа находились в США на неплохом содержании. И те, кто их содержал, готовил революционеров к вполне конкретному делу. К устранению военного и экономического конкурента Америки. Ну а заодно и конкурента американскому доллару. Не случайно среди спонсоров русской революции выделяются те же самые банкиры с Уолл-стрит, чьи фамилии традиционно называются в связи с созданием Федеральной резервной системы. Ротшильд, Морган, Варбург, Шиф. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Но получив в России после октября 1917 года должности, Троцкий и его люди столкнулись с массой проблем. Западные хозяева стали предъявлять к ним множество требований, но не все из них было легко выполнить. Дело в том, что соратник Троцкого по октябрьскому перевороту Ленин имел другие обязательства перед немецкими властями, а интересы Берлина и Уолл-стрит не всегда совпадали. Не только американцы и англичане собирались пожинать плоды распада Российской империи. Берлин поддерживал дальнейшее расчленение России. Министерство иностранных дел, полагая, что ни в коем случае нельзя допускать воссоединения с Россией не только Закавказья, но и Северного Кавказа, указывало: «Сейчас возникла возможность, которая может еще не повториться целые столетия». Немецкий генерал Людендорф вообще очень опасался победы белых под лозунгом «Единой и неделимой России». При этом державы Антанты также хотели получить побольше, им было мало Мурманского края, занятого ими. Американцы и англичане претендовали на весь русский север – Сибирь, Туркестан, нефтяные месторождения Баку и Грозного. Советник президента США Вильсона, полковник Хаус, имел по этому поводу особое мнение. Хаус неоднократно повторял в своих дневниках и письмах Вильсону, что интервенция должна осуществиться по просьбе советского правительства. По данному поводу продолжались переговоры с Троцким, и Лев Давидович склонялся согласиться. Валерий Шамбаров, «Нашествие чужих. Заговор против империи». Однако Троцкий хорошо понимал, что в случае уступок Антанте рассердятся немцы, тем более что Ленин отстаивал именно интересы Берлина. Когда сомнения Льва Давидовича надоели американцам и англичанам, они предъявили Совнаркому ультиматум о принятии военной помощи от союзников. В ответ Германия предъявила свой ультиматум о соблюдении условий Брестского мира. Под давлением Ленина Совнарком принял следующее постановление. Немецкому ультиматуму уступить, а английский отклонить.
Постановление Совнаркома от 5 мая. Решение в пользу немцев, принятое под давлением Ленина и его близкого соратника, немецкого посла Мирбаха, взбесило Уолл-стрит. Американцы были недовольны своим агентом Львом Давидовичем Троцким. «Если мы решим, что Троцкий не хочет или не может пригласить нас, то мы можем призвать Керенского и других деятелей первоначальной республиканской революции, побудить их образовать правительственный комитет в Маньчжурии и делать то, чего Троцкий не пожелал или не смог бы сделать». Из шифровки резидента британской разведки в США Уильяма Уайсмана полковнику Хаусу. Однако Троцкий точно не мог выполнить требования своих заокеанских хозяев. Но был найден выход, и Троцкого менять на Керенского не понадобилось. Дело в том, что американцы решили использовать для контроля над территорией России чешский корпус, находившийся в нашей стране. Было бы огромной ошибкой позволить чехословацким войскам уйти из России. Они могут овладеть контролем над всей Сибирью. Если бы их не было в Сибири, их нужно было бы послать туда. Из письма американского посла в Китае Райниша президенту Уильсону. И тут заработал Троцкий. Сначала было принято курьезное решение – вывести чехов через Владивосток, а не через Мурманск. А когда чешский корпус растянулся по Транссибирской магистрали, Лев Давидович издал приказ. «Каждый чехословак, найденный вооруженным, должен быть расстрелян на месте. Лев Троцкий». Как следствие, 45-тысячный чешский корпус восстал. Корпусу стали поступать указания от американского генконсула Харриса и французского посла Нуланса. Корпус стал захватывать Транссиб. Вдоль всей железной дороги вспыхнули восстания и грянула гражданская война. Началась интервенция. В Сибирь высадились американцы, канадцы, англичане, итальянцы, французы и японцы. Но этого было мало. Союзникам и Троцкому мешал немецкий посол в Москве Мирбах. Мирбах докладывал в Берлин. «Реализация наших интересов требует поддержки большевистского правительства. Если оно падает, то его наследники будут более благосклонны к Антанте». Уткин. Первая мировая война. Мирбах мешал Уолл-стрит и Антанте построить подконтрольный марионеточный троцкистско-свердловский режим. Мешал и Ленин со своей пронемецкой ориентацией. Когда Троцкий в переговорах с Локартом и Робинсоном согласился запустить в Россию англоамериканцев, сорвал эти планы. Мирбах. Представители Антанты доносили, что Мирбах стал настоящим теневым диктатором в Москве, и большевики вынуждены действовать по его указаниям. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». 26 июля сотрудники ВЧК Блюмкин и Андреев убили в германском посольстве графа Мирбаха. Вину свалили на левых эсеров. Якову Блюмкину дали аж 3 года. Но не посадили, а отправили послом на Украину. А через некоторое время он стал начальником охраны личного поезда Льва Троцкого. Раньше это был царский поезд. Глядя на судьбу Блюмкина, нетрудно догадаться, кому нужна была смерть немецкого посла. Но надо дать должное Ленину и его соратникам. Они не отступили. И 27 августа был подписан так называемый «Брест-2». Советская Республика превращалась теперь в союзника Германии. Советская Республика превращалась уже и по существу в союзницу Германии. Должна была при поддержке немцев воевать против Антанты и ее сторонников. Германия обязалась вернуть большевикам Белоруссию и еще ряд оккупированных областей. Экономические статьи утверждали полное преобладание немцев в России. Для немцев договор был настолько выгодным, что его ратифицировали мгновенно, сходу. Уткин. Первая мировая война. 24 августа в американском генконсульстве прошло секретное совещание с участием генконсулов США и Франции. Об этом пишет Андре Маршан, личный представитель президента Франции Пуанкаре. А 30 августа прозвучали выстрелы Вурицкого и Ленина. Все опять свалили на эсеров, хотя действовал, скорее всего, еще один ставленник Уолл-стрит – Яков Свердлов, брат которого Беньямин был раньше нью-йоркским банкиром, связанным с Шифом.
А сразу же после ранения Ленина Яков Михайлович первым оказывается в его кабинете. Объявляет: «У нас с Ильичом все сговорено». Перехватив руководство правительством и ЦК, пользуясь обретенной властью, Свердлов фактически отстраняет от следствия Дзержинского. Распоряжается, чтобы тот пока оставался в Питере. Мол, в Москве и без него справятся. Расследование Яков Михайлович поручает своему ставленнику Петерсу. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Фани Каплан, которая якобы стреляла в Ленина, забирают у Дзержинского Слубянки в Кремль. Здесь ее расстреливают, а тело сжигают. Без Дзержинского и Ленина Свердлов проводит реформу ЧК. Центральный аппарат ВЧК доводит до 2000 человек. Из них 3/4 должностей занимают латыши. Как сообщал потом бюллетень левых эсеров, в Москву из Латвии ВЧК едут как в Америку, на разживу. И служить поступают целыми семьями. Мельгунов. «Красный террор в России». Долгое время раненого Ленина Свердлов удерживал в горках. Дзержинского отослал в Швейцарию в отпуск семье. Но Ленин вырвался и вернул Дзержинского. Железный же Феликс разгромил группу Локарта и Рейли, обеспечивающих поддержку Троцкого и Свердлова. А в марте следующего, 19-го года, в Орле Свердлов был убит русскими рабочими. На 8-м съезде партии свердловцы были окончательно разгромлены, а место Свердлова занял Калинин. Группа Свердлова перешла к Троцкому. Ленин временно отбил атаку Уолл-стрит. Однако, поскольку Германия проиграла Первую мировую войну, позиции Троцкого укрепились. Начался новый этап ограбления России. Троцкий возглавил концессионную политику, передачу западным хозяевам предприятий, земель, полезных ископаемых в концессии. Вместе со своим соратником Вениамином Гомбергом, также прибывшим из США, Троцкий начинает отрабатывать заказ Уолл-стрит. Богатейшие нефтяные концессии в Северном Иране, ранее принадлежавшие царской России и захваченные было англичанами, большевики за короткое время своего владычества в Геляне успели продать американской фирме Standard of New York. Британские компании Shell и Anglo Persian, раскатавшие губы на эти месторождения, взвыли, но было поздно. Провернули сделку Троцкий и Вениамин Гомберг. Trust no one, the secret world of Cinderella. Farrell House, Los Angeles. Приехали братья Хаммеры, получившие в свои руки асбестовые концессии прямо из рук Троцкого. Всего Хаммеры подписали 123 договора с наркоматом внешней торговли. Вывоз ценностей они осуществляли через Сталин, ставший фактически окном для отправки на Запад награбленного. Как вспоминал Арманд Хаммер, Таллин – это была таможенная яма. Туда можно было свалить все, что угодно. В бизнесе участвовали Ашберг, Животовский, Рейли. Впоследствии Арманду Хаммеру однажды был задан вопрос: «Как стать миллиардером?» Он в ответ пошутил: «Надо просто дождаться революции в России». Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Были открыты даже банковские концессии. На официальном сайте Внешэкономбанка можно прочитать следующее. Российский коммерческий банк был учрежден Олафом Ашбергом. Шведский финансист получил от советского правительства концессию на организацию акционерного банка краткосрочного кредитования. Роскомбанку разрешалось осуществлять все операции, аналогичные операциям Госбанка, за исключением эмиссионных. Николай Стариков. «Кризис. Как это делается?» Ленин прекрасно понимал, что положение фигуры номер два Троцкий долго терпеть не будет. Да и хозяева Троцкого, давшие добро на покушение на Ленина, постараются, чтобы их ставленник, Лев Давидович, стал полноценным хозяином России. Но атаковать Льва Давидовича напрямую Ильич побаивался. Он решил создать противовес Троцкому. И этим противовесом Ленин решил сделать Сталина. Была создана комиссия под руководством Иосифа Виссарионовича по военным делам, чтобы проверить епархию Троцкого. И Иосиф Виссарионович, когда начал разбираться в делах военного ведомства, столкнулся с вещами, совершенно для себя неожиданными и непонятными. Узнал вдруг об огромных заказах вооружения, которые делались за границей.
Один на 10 миллионов золотых рублей, другой на авиацию на 3 миллиона. В октябре 1921 года наркомвоен сделал еще один заказ на закупку в Германии винтовок и пулеметов на 12 миллионов рублей. И в дополнение к этому заместитель Троцкого Склянский требовал отпустить еще 500 тысяч золотых рублей для экстренных специальных нужд наркомвоена. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Картина получалась странная. Народ голодал. Оружие в стране было некуда девать. Его запросто дарили Кемалю Ататюрку в Турцию. А тут заказ на золото. И Сталин вмешался, стал срывать заказы. В результате деятельности сталинской комиссии была отвергнута судостроительная программа, которую пытался протолкнуть Лев Давидович. Россия вымирала, а ей надлежало заказывать за рубежом дорогостоящие корабли. Стали пересматривать объемы военных закупок. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Троцкий был взбешен. Попытался действовать через Крупскую, но не вышло. Ленин и Сталин не поссорились. Более того, Ленин сделал Сталина одновременно членом Политбюро, членом Оргбюро и генеральным секретарем, то есть отдал ему в полное распоряжение секретариат партии. Но тут у Ленина грянул первый инсульт. Сталин стал распоряжаться всеми делами в ЦК. Лев Давидович попытался, чтобы ему в управление передали Госплан, а Госплану при этом придали законодательные функции. Троцкий явно хотел стать экономическим диктатором страны. Сталин выступил против. И Ленин, которому полегчало, поддержал его. Затея Троцкого сорвалась. В ноябре 22 года Ленину вновь стало хуже, а 16 декабря у него случился второй инсульт. И тут Троцкий начинает атаку на Сталина через Крупскую. Начинается история с так называемым завещанием Ленина. В процессе подготовки к 12-му съезду партии Сталину сообщают, что у Троцкого есть письмо, якобы продиктованное больным Лениным своим секретаршем и направленное против Сталина. Если даже продиктовал его Ленин, то передать Троцкому это письмо могла только Крупская. Хотя, скорее всего, Ленин, который сам выдвигал Сталина, не диктовал этих документов. На 12-м съезде эта работа обсуждалась, но лишь в качестве эпизода. 12-й съезд стал триумфом отнюдь не Троцкого, а Сталина. Как по своим человеческим качествам, так и в роли руководителя он оказался для партийной массы предпочтительнее Льва Давидовича с его высокомерием, позерством, бонапартовскими методами. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». После съезда Троцкий начал новые атаки на Сталина. Появились новые письма, якобы надиктованные больным Лениным. Сталин растерялся. Его атаковали вместе Зиновьев, Троцкий и Бухарин. Но Сталина спасла предреволюционная ситуация в Болгарии и Германии. Революцию стали готовить люди Троцкого. Возглавлял всю подготовку Троцкий. Осень 23-го года была наивысшим его взлетом. Он находился в пике своей власти. Он командовал парадом, и уже не российским, а общеевропейским. Из кандидатов его перевели в члены исполкома Коминтерна. И он явно оттеснял Зиновьева, распоряжаясь зарубежными коммунистами как своими подчиненными. Красные дивизии Троцкого начали выдвижение к западным границам. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Все истории с мировой революцией и лидерством Троцкого очень испугали Зиновьева и Каменева. Они тут же перешли на сторону Сталина. А Сталин вообще был против мировой революции. Он выступал за строительство сильного государства. Пока Троцкий занимался революцией в Германии, Сталин перестраивал всю систему власти. Была создана комиссия в ЦИК по полной ревизии ГПУ, главного политического управления, бывшего ВЧК.
Наведение порядка шло жестко. Ряд садистов из числа видных большевиков – Беллу Куна, Кедрова, его жену Мойзель, Розалию Землячку, Евгению Бош – признали ненормальными. Упрятали на лечение в психбольнице. Аппарат ГПУ после ревизии подвергся значительному сокращению. По нему прокатились расследования и грандиозные чистки. Была возбуждена целая серия уголовных дел против сотрудников ГПУ и трибуналов. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Сталин начал готовить 12-ю партийную конференцию, на которой планировалась атака против Троцкого. Лев Давидович сказался больным и уехал лечиться в Абхазию. На 12-й партконференции сторонники Троцкого были разгромлены, а 21 января скончался Ленин. Троцкий не поехал на похороны Ленина. Сталин же провел пышное погребение вождя революции, на котором выступил с речью от ученика к учителю, то есть фактически заявил себя наследником Ленина и сразу после этого провел второй съезд Советов СССР. На этом же съезде была принята Конституция, закрепившая структуру Советского Союза как единого централизованного государства. Фактически Сталин строил совсем иное государство, нежели Ленин. Палачи, проводившие геноцид русского народа под руководством Ленина, Троцкого и Свердлова, теперь были пущены под нож. Многие старые кадры, залившие кровью Россию, были осуждены за свои безобразия и расстреляны. В тех же самых подвалах, где недавно они сами стреляли в затылки, пошли к стенке бакинский палач Хаджи Ильянс, товарищ Люба, маньячки Брауде, Ремовер и еще десятки убийц. Многих просто поувольняли. Кого-то за различные провинности, кого-то по сокращению штатов. Но у большинства палачей психика была уже надломлена, и они спивались, сходили с ума, кончали самоубийством. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Сторонники Троцкого попытались сопротивляться. Начальник политуправления Красной армии Антонов Овсеенко развернул агитацию в военных частях, среди курсантов военно-учебных заведений, призывая поддержать Льва Давидовича как законного преемника Ленина. Сторону Льва Давидовича твердо держал командующий войсками Московского округа Муралов. Из Смоленска прикатил в Москву командующий Западным военным округом Тухачевский. Но без лидера троцкисты растерялись. Почему же Троцкий проиграл? Почему Сталин победил? Сталин и его союзники обезвредили Льва Давидовича очень просто. Как говорят в шахматах, ему поставили детский мат. Учли, что Троцкий никогда лично не занимался вопросом практического руководства. В военном ведомстве непосредственное управление войсками замыкалось на заместителя Льва Давидовича Склянского. Сталин сместил Склянского. Заместителем наркома по военным делам назначили популярного Фрунзе. И все. Оставшись наркомом, Троцкий утратил рычаги управления войсками. Валерий Шамбаров. «Нашествие чужих. Заговор против империи». Все дело было в том, что черный гений Троцкого – это миф. Октябрь 17-го организовали не Троцкий и не Ленин, а Свердлов. Яков Мовшевич был не только кровавым палачом, но и настоящим технологом революции. Троцкий и Ленин были лишь ставленниками различных сил. Столкновение с умным и системным врагом в лице Сталина выявило всю никчемность Троцкого. Хозяева Льва Давидовича стали терять контроль над Россией. Сталин начал разгром концессионной политики, созданной Троцким. Если бы победил Троцкий, то вся Россия превратилась бы в одну сплошную концессию. Внутрипартийная борьба между Троцким и Сталиным на самом деле являлась решительной схваткой за контроль над природными ресурсами Советского Союза. Если бы в этой борьбе победил Троцкий, концессиями бы покрылась вся территория СССР, и никаких дополнительных мер больше бы не потребовалось. Николай Стариков. Кризис. Как это делается? Поражение Троцкого – это поражение Шифа, Моргана, Рокфеллера. Это поражение сил, желавших навсегда вычеркнуть Россию из списка мировых держав. Высылка Троцкого 10 февраля 1929 года из СССР в символическом смысле означает восстановление государственной независимости,
хотя и изрядно искалеченный. Усилия полковника Хауса, усилия английской разведки, зверства латышских стрелков и китайских добровольцев, уничтоживших миллионы русских людей, не достигли своей окончательной цели. Россия не была уничтожена. Конечно, победа Сталина и Дзержинского – это не победа русских православных патриотов, не победа барона Врангеля или генерала Юденича, но это шанс на возрождение России в будущем.